Александр, вы же говорите, что вы москвич. Как и схема? А машина у вас москвич? Тогда пусть она сама сюда дорогу и найдет. Одно колесо там, другое здесь. Елена, я же вас спросила, повесить плакаты. Вот. Отлично, продолжаем. Анна Сергеевна, я, конечно, понимаю, что вы золотой голос Химки Гарден, но пианино мы вам не привезем. Как? Нет рояля, нет песни. Вы понимаете, это не какая-то там вам свадьба, где без бокала нет вокала. Я пела для самого... Возьмите из вас то. Хорошо, буду петь без рояля. Да, Сергеева! Да если вот грешным делом подумал... Головой нужно думать, а не грешным делом. Дорогие друзья! Иди переоденься. Ага, я понял. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы за кого? Да я мама бывшего жениха. Вам направо, проходите. Спасибо. Здравствуйте, здравствуйте. А, мы вам налево. Налево. Здравствуйте. Вам направо, вам направо, вам налево. Вам налево. Здравствуйте. 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 Здравствуйте.